Голкипер Луганской «Зари» и сборной Украины Андрей Лунин летом почти наверняка сменит чемпионат. Интерес к 19-летнему украинцу проявляют два клуба чемпионата Англии и австрийский «Зальцбург», который уже начал переговоры с «Зарей». Но, как стало известно Сберна, в ближайшее время попытку купить Лунина предпримет один из ведущих итальянских клубов. Ожидается, что на продаже Андрея «Заря» заработает 5 миллионов евро. В сезоне 2017-18 Лунин провел 28 матчей за «Зарю». 9 раз он отстоял на 0. Андрей вызывается во взрослую сборную Украины, но до сих пор не дебютировал за нее. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.